Прохожие услышали пронзительное мяуканье, истошно просящее о помощи. Оказалось, кот застрял между двумя домами, пытаясь перебраться через узкую щель. Самостоятельно бедняге было не выбраться. По пути домой жительница Англии, Джанин Доусон, услышала пронзительное кошачье мяуканье. Она часто ходила в этих местах и поэтому быстро определила, откуда доносятся звуки. Оказалось, соседский кот Симба, застрял в щели между двумя домами. Женщина сразу связалась с Королевским сообществом защиты животных СПКА, на помощь коту выехали два сотрудника. «Бедный кот сильно застрял в щели и очень громко мяукал», рассказывают спасатели. «В какой-то момент мы забеспокоились, что не сможем вытащить его. Прибывшие пожарные намеревались разбить несколько кирпичей, чтобы освободить кота, но тот настолько перепугался, что у него откуда-то взялась масса энергии. Он самостоятельно продвинулся вперед, и пожарные вытянули беднягу.